у нас такой практически видеомастер-класс. Он не сверхсложный. Он рассчитан на том, чтобы вот с этими вещами легко прямо-таки дебютировать в Вылоке. Вот. Но тут есть масса полезных, любопытных элементов, поэтому смотрите внимательно. Это то, что вы сможете использовать в своей дальнейшей работе. Такой вот наборчик, ну, хорошая, удобная штука для себя. Это вот мой личный наборчик. И для подарка. Вот, то есть вот такой вот сделай сам подарок к Новому году. Вот, и сейчас, ой-ой-ой, что-то я там убежала немножко. Сейчас я включу этот мастер-класс. Потерпите секундочку, тут такое хитрое будет у меня переключение. Тут вы увидите мой экран. Ага, вот тут вот я во весь экран перевожу мастер-класс. А я скажу вам честно, ускорять пришлось очень даже... процесс, да, то есть так работа занимала где-то полтора часа, потому что два комплекта я сразу делала, вы увидите, вот, ну, уложили мы это в 20 минут. Ну, сами понимаете, там моменты вот эти вот непосредственно валяния, там все, они будут сильно ускорены. Вот, не обижайтесь, то есть как бы в параллель со мной вы сейчас не сваляете этот набор, но вы же потом запись фестиваля всегда сможете посмотреть. Да и вы все запомните легко, я вас уверяю. И самое главное, вот тут дана идея и основные технические навыки. Итак, включаем мастер-класс. Так, сейчас я уберу, чтобы вот это вот. Да. Вот, ну вот, собственно, набор для чашки. Идея, мы сами пользуемся. Вот один, вот второй, вот то, что мы сейчас будем валять. Мы сами пользуемся такими наборами. Итак, что нам нужно для работы? Материалы. Кардачёс белый, может быть мельносовый, самодельный префильт или готовый префильт, ниточки для вышивания, ножницы, бумажка какая-то для записи, мыло, полотенчики, москитная сетка, шлифмашинка, ну и разбрызгиватель какой-то с водой. То есть все вот это вот очень просто. Ну, пупырчатая пленка или армированная. Но вот смотрите, из бумаги я вырезаю... Это простые листочки для записи. Я вырезаю разные трафареты. Вот смотрите, как я это делаю. Листочек бумажки я сложила вот так пополам. Вот нарисовала, допустим, елочку, да, елочку с треугольничком. Взяла, вырезала. Очень просто. Выбирайте простые формы. Не надо ничего для орнаментов сверххитрого. Очень хороши для перевода орнаментов рисунки для резьбы по дереву. Вот запомните, это такое, такая вот наводка. Ну, вот как бы вот то, что остались трафаретики. А, префилт, самодельный префилт. Можете разложить сами, сделать два слоя поперек или тоненький слой кардачёса, или можете купить готовый покупной префилт. Как вам нравится. Ну, вот я по трафаретику вот по этому, да, половинкой такой. Вот я вырезаю из префилта вот такую вот елочку. Ну, соответственно, как бы потом буду вот эту елочную игрушку, шарик вырезать. Вот что у нас, вот подправляем краешки немножечко по мере необходимости. И не выкидывайте вот эту серединочку треугольника, она пригодится. И не выкидывайте обрезки, из них режьте самодельные непсы, потому что если вы сами делаете префилт, эти непсы, они будут таких редких, необычных цветов, и вам пригодятся. Вот, ну вот как бы вырезаем наш шарик, кружочек. Вот. Вырезаем, делаем. Ну, смотрите, чтобы аккуратненькие краешки были. Ну, не обязательно такой кружочек. Можно делать все, что угодно, да. Вот любой формы, вы сами понимаете. Ну, просто действительно не усердствуйте. Вот я нарезала, мне для двух наборов надо 5 кружочков, 5 елочек, ну и к ним вот эти вот из серединок вырезанные кусочки. Я беру префилт, я сразу скажу, я взяла, у меня в остатках лежал вот этот белый, не префилт, а кардачёс, он был не очень удачный, он мельносовый 23 микрона,
Но, знаете, он был не очень чистый по прочесу. Там немножко попадались других цветов волокна, и из одного большого куска, ну, так и неудачная партия, да, вот. Как бы я его и подумала, оставлю для поделок, вот время пришло. Вот раскладываете прямо вот такое одеяльце из кардачеса, ну, толщиной оно у вас в пушистом виде будет, наверное, около сантиметра, к примеру, в данном случае. Вот, я раскладываю, рукой щупаю, подворачиваю немножко краешки, рукой щупаю, если где-то чувствую, что потоньше, я подбавляю кусочки, подравниваю края, все время вот так вот придавливаю ладонью, и ладонью чувствую, где не хватает шерстинок. Вот так вот немножечко притираю, это вот одну сторону под камерой я сделала, потом вот перевернула, да, вот, тут тоже точно так же, чувствую, что где-то что-то не хватает. Вообще, конечно, белое на белом, тут игра с контрастностью, но вроде бы все видно. Вот так вот сделала. Потом вот есть этот квадратик, и я на него выкладываю, вот я в материалах сразу не сказала, кусочек марли по размеру раскладки. Но, видите, эта марля не аптечная, эта марля плотная. Она обувная или как бы вот переплетная книжная, она больше, по большей плотности. Ну вот поливаю водичкой. И если вы работаете по марле, вода, я просто вот пульверизатор такой использую. Я прямо по марле, даже без сетки, вот тут намыливаю. Благодаря марле шерсть не будет цепляться. Прямо вот как следует побрызгала и как следует намыливаю. Мыло я люблю большой кусок для работы использовать, потому что оно мне всякие даже валяльные утюжки в таком случае заменяет. Вот я так воду распределила и мыла, беру шлифмашинку. А ну вот воды подбавила еще чуть-чуть. Добавила воды, помылила немного. Как все тут быстро. Меня так радует, когда смотришь вот кино, да, как мультики, все легко и быстро, в жизни бы так. Вот, взяла машинкой, ну машинку, знаете, как на счет 5, да, поставил, чуть провел. Вот, прорабатываю вот так вот эту поверхность именно со стороны марли, да. Марля у нас получается потом на изнанке в качестве основы. Она дает возможность, ну, как бы она уменьшает коэффициент усадки, она стабилизирует полотно, конечно, то есть там масса преимуществ, которые она дает. Вот, и поэтому как-то вот процесс такой раскладки и валяния вот с марлей, он ускоряется. Вот. Я не люблю марлю в декоративных целях использовать, ну как-то вот не срослось у меня. А вот именно для стабилизации, да, хорошо. Хорошо, как основу такую. Ее можно красить для этого. Вот, ну вот я разложила, все тут протираю сейчас этот кусочек шлифмашинкой, надо будет немножко пройтись. Водичка, водичка. Вот. Ускоряли процесс, но специально не вырезали никакие этапы работы, да, то есть вот. Вот эту обратную сторону сделали. А марля цепляется вот на мельнос, в частности, моментально, очень быстро. Вот, и теперь я переворачиваю. Вот эта сторона, она не притертая машинкой специально, потому что машинка плотно сцепляет волокна, а нам же сюда надо разложить декор. И тут я только немного вот руками, да, подглаживаю всю поверхность. И сейчас мы будем эту поверхность ровненькую, будем ее украшать. Вот тут вот по этой стороне машинкой идти еще рано. Вообще шлифмашинку мало использую, в общем-то, только для ускорения процесса вот сваливания с волокнами или тканями. Ну, я беру линейку, смотрите как, я ориентируюсь, да, по размерам, коэффициент здесь 30% у меня в этом мастер-классе. Поэтому я, исходя от этого коэффициента, ориентируюсь на размеры своей кружки, допустим, вот, и раскладка, как бы, вот то, что мне необходимо в итоге, увеличенная, да, вот на эти 30%. Ну вот я раскладываю декор. Это полосочки длинненькие, это то, что будет два вот этих термочехла на кружечке. Вот, раскладываю детальки. Разметку я делаю, я просто себе так вот для ориентира линии ножницами обозначила, да, потому что потом мы уже это все будем разрезать. Ну вот через сетку еще чуть-чуть подзакрепила, потому что это другого цвета префильт. Выбирайте контрастный.
Выбирайте контрастность, чтобы, ну, естественно, играло, потому что, ну, если вы сделаете вот такой темно-зеленый, допустим, на коричневом, он будет совсем плохо заметен. Вот, значит, ну, всегда смотрите это, ну, можно там на цветовом круге посмотреть удачные сочетания. Мне вот в данном случае я даже, ну, я помнила про то, что это мастер-класс, что все должно быть хорошо видно, поэтому я выбирала на белый фон зелененький, красненький в таких цветовых переходах. Ну, вот это то, что потом будет салфеточками, тоже вот ориентиры такие, да, квадратики я себе обозначила, и на них тоже надо разложить вот эти простые совсем детальки для декорирования. А я, кстати, марлю у Рустама Прозорова на Фейсбуке, потом посмотрите, рекомендую покупать, потому что там же, где и шелк, да, где маргеланский шелк. У них марля прекрасного качества, и вы можете там выбрать плотнее, более леденькую. Это для России еще даже очень выгодно по цене получится. Она вообще копеечная и очень высокого качества. Вот. Так что вот такие дела. Ну вот раскладываете, смотрите, чтобы ровненько было. Знаете, вот в этом мастер-классе никаких особых схем я не даю, потому что тут все так просто, все элементарно. То есть вот это вы запомните, потом скажете, ой, как просто, какая ерунда. А я вам подкину еще кучу идей, куда вот эти техники можно использовать. И я думаю, что это вам понравится. Вы знаете, машинкой по мокрому... Ну, наверное, техника безопасности, да, она говорит, что, ну, может быть, да, это не надо делать. С другой стороны, машинка достаточно хорошо заизолирована, и на подошве машинки я креплю, допустим, кусочек подложки под ламинат. То есть напрямую воды нету. Кусочек подложки, он защищает. Воды у меня не болото, то есть вода нигде не булькает, не льется. Вот. И тут, как бы быстро работая рукой, контролируя контакт с водой, я слежу, чтобы ничего не произошло. Главное, болото не наливайте лишней воды, и тогда все будет безопасно. Ну вот видите, вот у нас уже такие вот видны эти кусочки с орнаментом. Машинкой прихватывается это достаточно быстро. Это вот будут две салфеточки вырезаны. Подправляете руками, и вот что я делаю, ни в какой пупырке, ни в чем я особо не буду укатывать. То есть рулон у меня уже практически будет открытый. Я положила кусок москитной сетки, и рулон закручиваю прямо с ней. Сетка не даст сваливаться шерсти, да, вот при закручивании рулона. Защитит ее сетка синтетическая, она там не будет цепляться. А с москитной сеткой я вам напомню один свой секрет. Если вы такую сетку, допустим, там на строительном рынке покупаете, выбирайте, конечно, не самую жесткую. Вот эта вот серая у меня привезена с собой из России. И потом ее на 60 градусах простирайте разочек в стиральной машине, она у вас станет мягче. Ну и вот потом начинаю катать, да, вот такой рулон. На полотенце можете по полотенцу катать, можете закрутить в рулон с полотенцем. Я ничего дополнительно там ничем, никакими резинками не фиксирую. Катаете 150 раз в одну сторону при такой толщине раскладки. Соответственно, посмотрели, проверили. Вот я посмотрела, что после первого прокатывания не очень хорошо закрепилось, да, вот эти детальки. Я еще раз прохожу машинку. Ничего страшного для орнамента. Тут это, вот в таком простом изделии, это не повредит. Вот, переворачиваю другой стороной противоположной и продолжаю укатывать рулон. Ну вот смотрите, чтобы обязательно при закатывании, вот вариант я, да, показываю вам, что можно еще и в полотенце вот так закрутить. Это вариант, как вам удобнее. Вот, и тоже 150 раз, то есть возьмем каждое направление по 150 раз. Вот, то есть укатываем, руки бегут. Полотенца. Берегите, как зеницу ока, старые китайские махровые полотенца для войлока. Потому что, конечно, сейчас гигроскопичные эти микрофибровые всякие полотенца и все продаются, но, вы знаете, работать реально намного приятнее со стареньким махровым полотенцем.
Так что вот если они у вас остаются, там многие там что-то на дачу увозят старенькое, нет, сохраняйте это себе в мастерскую. Потому что вот мое это радужное полотенце, оно у меня уже вот который мастер-класс по счету участвует в записи. Так я люблю эти старые полотенца. С ними действительно самая комфортная работа, даже рукам приятнее. Так, ну вот прокрутили, и тут прокрутили в этом направлении. Вот тут вот по 150 раз в среднем. Посмотрели изнанку, там тоже марля закрепилась. То есть обязательно вот эти вот моменты контроля, они обязательны. Чем тщательнее вы контролируете каждый этап работы, тем качественнее у вас все будет. Потому что какие-то штуки можно, нюансы пропустить в начале, а потом их уже, ну, не подхватишь. Да? Там придется придумывать, что как зашивать, поправлять, еще что-нибудь. Вот на таких вот изделиях с орнаментами это далеко не самое лучшее. Ну, кстати, вот смотрим, да. Вот теперь это будет сначала, да, вот месим как тесто, ну, тут это очень быстро, раз 50-70 можете это дело помесить как тесто. С одной сторонки, с другой тоже периодически это дело проверяю. Вот, потом покидайте об стол с высоты сантиметров 30, но не швыряйте сильно, да, а именно покидайте раз 300-350. И вот уже смотрите, из большого полотна, которое не помещалось, да, как бы в объектив полностью, вот сейчас вы уже увидите, вот, видите, это не носовой платочек, конечно, но какая, вот она практически, вот эта усадка, она и произошла. Выравниваем полотно, оно мелкозернистое уже, белое на белом, да, вот контраст такой, не сразу это. Вот, орнамент со стороны марли мы не кладем. Татьяна, вы потом посмотрите повторе. Марля сторона, это изнанка, она просто базовая, орнамент с лицевой стороны. Вот, и вот так вот складывая пополам, покатайте еще раз по 100 в открытом рулоне, да, в ширину, да, вот так вот. Получается в ширину 4 раза и в длину 4 раза. То есть нам надо сохранить квадрат в итоге. Вот. Если войлок выкидывает какие-то там растительные, да, войлок, когда уплотняется, то, что если какие-то соломинки, там еще что-то там есть, он выталкивает на поверхность. Убирайте это сразу, не ленитесь, не оставляйте на потом. Потому что потом выковыривать тяжелее. А сразу это все легко снять руками. Ну, в общем, вот так вот прокатываете в длину, в ширину. Ну, тут раз по 100. Больше не надо. При первой вот толщине раскладки, там где-то в пределах сантиметра кардачоса, вам вполне хватит именно вот такой интенсивности укатывания. Если потом, вот я вам скажу для чего, если вы будете основу кардачоса раскладывать плотнее, толще, то там, конечно, можно и катать подольше немножко, да, то есть это уже по ходу будете, вот поэкспериментируете на первых салфеточках, вот, а потом уже будете использовать еще и для других изделий. Ну, вот, то есть вот по всем направлениям катаем вот такой вот сдвоенный рулончик. Он маленький, к нему никакая ось, да, вот центральная вот эта палка не нужна, потому что он маленький, вот тут уже войлок достаточно плотный. То есть он такую вот плотную колбаску, рулончик скатывается, и вам легко по нему водить руками. Все время смотрите, щупаете, вот равномерность проверяете. А реального времени на декор, вот как бы вообще вот весь вот этот мастер-класс, ушло 1,5 часа. Ну и потом, знаете, я себе позволила так развлечься вышиванием, это уже кто с какой скоростью вышивает. Но за 1,5 часа, если ничего дополнительно не вышивать, вот у вас набор из двух комплектов. Вы можете, хотите разложить этих комплектов хоть 10 на одном куске при фелте или кардачёсе, а потом просто их разрезать. А войлок у меня не приваливается к сетке, потому что я, когда кладу сетку, этот войлок у меня уже шлифмашинкой притёрт с двух сторон. Поэтому он не приваливается. Если вы только руками шерсть чуть-чуть потерли, то тогда даже сетку хорошая шерсть зацепит за себя. Вот. Сетка должна быть хорошая по качеству.
Ну вот я доваляла до нужной кондиции, я посмотрела, я разгладила это все. Вот я понимаю, что, да, какие детали, да, это вот на чехольчике, полосочки. Вот, и теперь я это дело пойду выполаскивать в теплой воде, термошоки применять не буду, в теплой воде. Ну вот я выполоскала и отпарила с двух сторон этот кусочек. Теперь я делаю разметку прямо аккуратно карандашом. Ну, разметку я делаю по своим чашкам, да, так вот, свои ориентиры. Вы делать будете тоже по своим, естественно. Вот. Вот, прямо карандашом линии начертила. Никакого дополнительного подваливания краев тут не надо. И по этой разметке режу ножницами. Я вам скажу, у меня остаются кусочки. Краевые кусочки, да, где-то сбоку. Я это делаю для себя умышленно. Я не покупаю готовые непсы. Я делаю непсы сама, плюс я много делаю всякие разные войлочные аппликации. Мне эти кусочки нужны. Равномерно вырезали. Вот смотрите, как я формирую одинаковые краешки. Один уголочек обрезала кругленький, и по нему, как трафаретик его использую, я вырезаю все остальные. Ну, мне легко, я вырезаю на глаз, вы, конечно, можете сделать себе, кому это надо. Вы знаете, я уверена, почти у всех женщин хороший глазомер, у рукодельниц. Вот. Но если надо, расчертите все по линеечке, ровненько прометьте. Вот. У меня это изделие как бы такое, оно простое, да, уровень сложности. Тут я считаю, что это, в общем-то, единичка, поэтому... Так. Да, орнамент, конечно, уменьшается в размерах вместе с полотном в той же самой пропорции. Вот я по кружке померила, какая мне нужна высота чехольчика. Ну, допустим, вот у меня будут две одинаковые кружки, значит, я, соответственно, вот эти полосочки делаю одинаковой ширины. И мне как раз тут нужны белые полоски войлока для окантовки. Очень удачно я их из этого войлока и вырежу. То есть никакие обрезки не выкидываются в помойку. Все уйдет в дальнейшую работу. Ну, вот тут вот я беру кружку, уже по ней я отмеряю, как вырезать, да, вот тут вот до ручки, а вот тут вот, смотрите, ручку и с запасом в 1,5 сантиметра, и вот тут вот я делаю две надсечки с одной стороны, и надо вырезать прямоугольничек с другой стороны. Для себя четко померите, да, сделайте для себя расчетик. Вот такая вот, вот сейчас даже немножко... Можно будет вернуться, да, там, ну, вот. И вот это на ручку. Это на ручку. Вот. То есть вот что у нас получилось. Две салфетки. И вот как застегивается. Это можно на ложку, можно на бусинку, можно на пуговку застегивать. Можно на кусочек, там, не знаю, китайской палочки для этого. Застежку, вот что туда просунуть. Это вы придумаете сами. Я для большей рельефности и декоративности сделала вышивку. Очень мне нравится вышивка по войлоку. Самыми простыми, такими, просто вот... Ну, тут намёточный стежок вперед иголки. Вот. Тут совсем-совсем простую вышивку. Я даже никакие дополнительные там... Я в старых своих мастер-классах давала кучу схем по разным стежкам. Чтобы не было узлов на обратной стороне, мы в теле, в толщине войлока, ниточку туда-обратно пропускаем 2-3 раза. То есть, ну, вы теряете там 3 сантиметра нитки, зато у вас никаких узлов, изнанка будет чистенькая. А изнанка будет просто вся беленькая, без всяких стежков лишних, узелков лишних. Ну, и вот так вот обшиваем просто наши деталечки вокруг. Декоративные, они сразу будут выглядеть просто, ну, более ярко, более рельефно. Вы можете взять контрастную нитку, вы можете взять нитку в тон. У меня нитка хлопковый ирис, да, а можете взять шелковую, можете взять вискозную, можете взять, сейчас есть золотистые, серебристые, вот блестящие вискозные нитки, да, вот то, что к Новому году. То есть, пожалуйста, это все уже дальше на ваш выбор. Бусинки я не советовала бы пришивать, особенно на салфетку, потому что на бусинки ставить неудобно.
Да, это вот чисто практический момент. А вот тут вот, смотрите, я завелась вышивать к этим шарикам елочным, да, это как бы у меня же олицетворяет елочные игрушки, и я стала вышивать вот такую вот петельку. И чем дальше я вышиваю, тем она мне больше, этот елочный шарик стал напоминать бомбу. Я думаю, ну вот, вот, понимаете, разночинщица-революционерка, не мое это. И в итоге в готовом изделии я спорола вот эту петельку, но тут зато оставила кусочек, чтобы видели, что стебельчатый шов элементарный. А у вас... Может, тоже на войлоке очень хорошо смотрится. И вот спрашиваете про куртку, которая на заставке. У меня нет по ней мастер-класса, но вышивка там сделана именно тоже стебельчатым швом. Ну и вот небольшое слайд-шоу. Вот сейчас я вам еще некоторые моменты покажу. Вот где петельки, пройдитесь вокруг них вот такими стежками. Это их закрепит от вытягивания. И вот видите, как это смотрится, да? Тут я сделала застежку на длинные коралловые бусинки. Но, как я вам сказала, вы можете эту застежку, любую палочку какую-то там, длинненькую пуговку, вот тут я обшила даже края. Да? То вот, правда, очумелые ручки. Вот. Вот. То есть вот разные варианты. Вот такие вот декоративные штуки. Вот, все это очень просто, это действительно приятный подарок. Это приятное украшение вашего интерьера. Вот, и я нажимаю тут на паузу, и я вам скажу, что вот этот мастер-класс, по сути дела, это основа для того, чтобы вы могли сделать, допустим, покрывальцы на кресло, сидушки в машину или на стулья, коврик в детскую комнату или банный коврик себе или кому-то в подарок. Таким же образом орнаменты вы можете выкладывать на взрослый, но особенно на детской одежде интересно смотрятся простые орнаменты. То есть вот вам, пожалуйста, сферы применения. И это еще не все. Это можно перечислять долго. То есть обязательно вот ловите всегда застежка. Да, вот так, как сделана застежка на этих чехольчиках для кружек. Это может быть вполне очень удобной застежкой для одежды. Подумайте, помозгуйте над этим, потому что это все очень простые приемы. Вообще войлок абсолютно логичен как математика. Что, собственно, в математике, да? Сложение, вычитание, умножение и деление, хотя сложение и вычитание идут вот изначально, да? Вот точно так же в войлоке. Технологических приемов их очень немного. Самое главное, их интересно между собой компоновать, да, ну и, естественно, помнить о том, что доводить до кондиции, качественно доводить до кондиции. Вот это очень важно. Не бросайте на полдороги. Если вы не уверены в плотности войлока, поваляйте еще чуть-чуть. То есть он должен быть у вас звонким, он должен... Но вы... Научитесь постепенно, научитесь чувствовать его руками. Те, кто вот только сейчас приступает к этой работе. Те, кто уже опытен, всегда знают, когда же какую-то малость, какую-то идейку применить по-своему. Можно увидеть тот же сам, можно увидеть какой-то дизайн, дизайнерскую идею, но технологически потом это воплотить тоже совершенно по-своему. Не я придумала эти орнаменты из префелта резать. Да? Ну вот я сделала свои такие простые штучки. И вообще дизайнерская идея орнаментов, она фольклорная, она народная, она у всех народов мира есть. А, ну как бы вот я сделала быстрые вот такие штучки, это был мой взгляд. Точно так же и вы будете что-то делать по-своему.